Итак, магазин «Веломода» представляет очаровательный детский велосипед от 3 до 5 лет под названием «Швин Родстер». Велосипед представляет собой красный, шикарный велик для маленьких детянок. Он сделан действительно качественно. Покрытие прекрасное, лаковое. Крылья прекрасные, никелированные, с наклейками. Отличные, стильные кисточки, которые будут безумно радовать вашего ребенка. Очень удобное, чашевидное седло, которое сделано из безопасного пластика. Сзади есть удобная площадочка, на которой могут маленькие детки становиться сзади и кататься. Также на этом велосипеде камеры задних колес снабжены ниппелем для автомобильного насоса. Очень хорошие спицы, надежные, стальные, обода. Педальки с антискользящим покрытием. Они специально сделаны так, чтобы ребенок ни в коем разе не мог попасть в колесо. Очень гламурный, прекрасный звоночек. Почему-то не звонит. Вот так. Звонит все-таки. Вот такая приятная эмблемка. Все блестит, все сияет, все готово доставить ребенку просто прекрасное впечатление и массу удовольствия. Едет очень легко. Покрутите, пожалуйста, передние педальки, чтобы было видно, насколько легко они крутятся. Просто очень легко, поистине легко, хорошо, да, спасибо большое, достаточно. Итак, это тот велосипед, который поистине будет вашему ребенку прекрасным подарком и чудесной игрушкой, ну, на протяжении 2 лет как минимум, потому что сиденье позволяет делать регулировочку в различных положениях по мере роста ребенка. Ну что ж, удачных поездок вашему ребеночку и удовольствия!